Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплицы социальных технологий. Думал, что тема клуба хаоса для меня закрыта, но добрый человек под ником Гришка за полтора дня запилил приложение под Android. И это избавление для всех, кто мечтает хоть одним глазком, что называется. Кстати, хоть одним глазком тут только и получится. Приложение неофициальное, с ограниченным функционалом, устанавливайте на свой страх и риск. Появилось на GitHub'е два дня назад и с тех пор уже 7 переизданий. По легенде, кстати, создатель Григорий Клюшников, в прошлом разработчик приложения ВКонтакте под Android. Файл может нанести нам серьезный вред, тут уж вам выбирать, я ни за что не ручаюсь. Кстати, вот эта возможность у вас, как и у меня, должна быть заблокирована. Но в целях гуманистических, а потому экстренных, я ее разблокирую. А потом заблокирую опять. Возвращаемся к приложению и говорим «Установить». Теперь уже Вивальди предупреждает об опасности. Опасность нас не пугает, в России живем. Кстати, приложение называется не Clubhouse, а House Club. Тут нас опять предупреждают, что ваш аккаунт может быть заблокирован надолго. Вы делаете это на свой страх и риск. Да, я это понимаю. Ну а дальше все вроде уже не так опасно. Телефон, код подтверждения и первое, второе, имя и юзернейм. Вообще где-то я читал, что советуют хотя бы зарегистрироваться в официальном приложении, а пользоваться уже этим. Но у меня в принципе регистрация прошла успешно, и за 3 часа, что я пользуюсь приложением, меня еще не забанили. У меня инвайт уже был, поэтому запустили сразу. И вот так это выглядит. Конечно, оформление сильно отличается от оригинального клуба хаоса. И отсутствие каких бы то ни было дополнительных кнопок может вызвать отторжение, желание сразу закрыть и забыть. Действительно, ни возможности поиска комнат, ни поиска друзей, на которых вы хотели бы подписаться, только лента с очень странными комнатами, по большей части не русскоязычными. И чего тут делать, спросите вы? Да, отвечу я, но. Кстати, когда вы покидаете комнату, очень смешно, если выйти через стрелку наверху, спикеры продолжат разговаривать. А если вы заходили в первую попавшуюся, нужно еще вспомнить, где вы были, чтобы выйти правильно, а именно через кнопку Leave Room внизу. Ну и единственное, что тут есть, это настройки. Тут только Logout, то есть возможность выйти из аккаунта и возможность добавить фотографию. Уже хорошо. Что тут делать, как тут быть? На самом деле выход есть. Счастливые обладатели iPhone, а значит официального приложения, могут прислать вам ссылку на комнату. То есть, если вы не можете найти комнату у себя в ленте, вы можете воспользоваться помощью друга. В данном случае Влад создал тестовую комнату, так как мы не друзья, пока это должна быть полностью открытая комната, даже не social. О, а тут уже кто-то есть. Так как это открытая комната, туда могут забегать случайные люди. В данном случае это не совсем случайная Анастасия. Ну и дальше все в принципе как в оригинальном приложении. Кто не знает, как там, посмотрите мой предыдущий скринкаст, ссылка в описании. Сейчас я прошу Влада, чтобы он меня вывел из спикеров в аудиторию. Вот я стал другим в комнате. Хорошо, хоть не чужим. И вот я поднимаю руку, нигде ничего не отображается, я думаю, что меня не видят и не слышат, но вот Влад предлагает мне присоединиться как к спикеру. Он видел, что я постоянно поднимал руку, имейте это в виду. И значок микрофона у меня один раз почему-то не появился. Возможно, помогло обновить страницу. Теперь с друзьями, где их взять? Ну, например, кликнув на иконку Влада, я могу стать его фолловером. Посмотрев его фолловеров, я могу кликнуть на каждую иконку и подружиться с ними соответственно. У каждого из них есть свои фолловеры и дальше в геометрической прогрессии. Более того, как мне показалось, после добавления даже 2 друзей лента изменилась, появились более подходящие комнаты. Вот в этой, например, я встретил Алексея Сидоренко и незамедлительно подписался и на него. Ну и дальше, в принципе, с определенными ограничениями можно тут жить, обрастать друзьями и ждать официального релиза, если не забанят. Хотя я, например, не расстроюсь. Как говорилось в одной сказке, мне ваших дочерей и даром не нать, и с деньгами не нать. Но клубный эффект, что называется, вызывает у меня культурологический интерес. И на этой неделе я хочу сделать стрим про эффект хаоса. Так что следите за анонсами. А еще подписывайтесь на наш канал и любите друг друга. Thank you.